Есть немало людей, которые на протяжении веков не были верующими и не были склонны верить в Христа и в христианство, потому что считали, что евангельские христиане имеют очень странный взгляд о Писании. И по их мнению, мы, евангельские христиане, верим, что, конечно, Писание от Бога, что Писание полностью истинно, но все это возможно, по их мнению, только в том случае, если Бог даровал Писание под диктовку. Если библейские авторы имеют свободу выражать свое понимание, свои концепции, своими словами, что ж, тогда нет никакой гарантии, что написанное ими окажется истиной. Только если Бог диктовал Писание, и авторы записывали слово за словом за ним, только в этом случае написанное может считаться словом Божьим и быть истинным. И, к сожалению, находились евангельские христиане, которые из-за своего незнания верили в нечто подобное о том, как появилось Писание. Они верили в то, что Бог продиктовал все эти слова библейским авторам. Я говорю об этом, потому что в стихе, который мы с вами разбираем, есть моменты, указывающие на то, что не было диктовки. И вот, к примеру, фраза, которую мы с вами только что прочитали. И если Павел и в самом деле имел в виду, что Дух Святой продиктовал откровение, а библейские авторы всего лишь записали, причем слово за словом, не добавляя ничего своего, ничего личного, ничего не переделывая, то тогда мы могли бы ожидать, что Павел сказал бы здесь, в 13 стихе, что мы возвещаем не слова, данные нам человеческой мудростью, но слова, данные нам Духом Святым. Тогда действительно можно было бы заключить, что если Дух Святой дает, то Он дает их под диктовку. Да, конечно, он может дать вам общее представление и позволить вам самим сформулировать их дословно. Но все равно, если бы Павел использовал слово «дает» и нечто подобное, то тогда бы можно было бы как-то заключить вывод о том, что речь идет о написании под диктовку, или, во всяком случае, этот вопрос будет открытым. Или бы хотя бы, если Павел написал, мы возвещаем слова, сказанные нам Духом Святым, то на основании этого также можно было бы заключить, что речь идет о написании под диктовку. Конечно, в этом случае можно было бы говорить и об истинном понимании богодухновенности, но и вопрос был бы открыт, и возможно понимание, что Писание написано под диктовку. Но заметьте, Павел пишет совсем иначе. Он не говорит, что слова даны или произнесены. Вместо этого он дважды говорит, что эти слова изучены от Духа Святого. И что ж, я предполагаю, что возможно как-то говорить о написании под диктовку, представляя процесс обучения, но обычно не это представляют люди, когда говорят о написании Писания под диктовку. И не только сегодня так люди думают, всегда люди так думали. Если кто-то, например, передает своему секретарю какую-то информацию, чтобы тот переслал, ничего не изменяя, именно в том виде, в котором он получил эту информацию от своего начальника, и при этом секретарь записывает слово за словом под диктовку слова начальника, то сложно представить, что при этом начальник учит секретаря. Конечно, мы не можем говорить об этом с абсолютной уверенностью, потому что, возможно, что кто-то считает, что
написание под диктовку может быть частью обучающего процесса. Но, с другой стороны, то, что мы читаем во второй части этого стиха, гораздо убедительнее говорит о том, что не было написания под диктовку. Павел пишет: «Мы возвещаем вам не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого». Но он не заканчивает, он добавляет дальше. И, как часто свойственно Павлу, пишет непростую для понимания фразу, соображая духовное с духовным, или духовную истину с духовной реальностью, как можно заключить из моего перевода, сопоставляя духовное с духовным. Если посмотреть на этот стих в оригинале, то мы там также увидим фразу, если дословно, сопоставляя или выражая духовное с духовным. Итак, как же нам понимать вот эту фразу в этом стихе? Существует множество различных мнений о том, что могут означать эти слова «духовное с духовным» в этом стихе. И в действительности, если посмотреть на оригинал, то эти два слова не абсолютно идентичны. Да, они оба производные прилагательного «пневматикос», но они имеют разный род, и на основании этого можно говорить о том, что Павел не имел в виду одно и то же в обоих случаях, когда он пишет, соображая духовное с духовным. И, как я уже сказал, ведется много споров по поводу того, что на самом деле имеется в виду под этими словами. Но чтобы сохранить ваши силы и время, потраченные на изучение всех этих мнений, я скажу вам следующее. Наилучшим толкованием, пониманием этого текста, хотя есть и другие возможные интерпретации, наилучшим пониманием будет следующее. Павел здесь, скорее всего, на мой взгляд, говорит о сопоставлении духовной истины с духовными словами. И лично я пользуюсь переводом NIV, и здесь не только переводится сам текст, но также добавляется толкование. И здесь добавлено слово «истина» и слово «слова». И мне кажется, это правильное добавление. Вы можете сказать «хорошо», но что же это означает? Что ж, это означает следующее. К примеру, было учение о том, как сформировать правильную концепцию о некой духовной истине и выразить эту концепцию правильными словами, чтобы стало ясно, что на самом деле имел в виду автор. Но ключевой вопрос для нас здесь вот какой. Кто же проводит это сопоставление? Кто сопоставляет духовное с духовным? Кто же тот человек, кто сопоставляет духовные идеи с духовными словами? Я думаю, вполне очевидно, что есть всего лишь два варианта. Это либо Дух Святой, кто делает это сопоставление, либо это библейский автор, тот, который сопоставляет духовное с духовным. И я думаю, это не вызывает споров, потому что лишь только эти два кандидата упомянуты здесь, в 13 стихе. И я бы хотел предположить здесь, что есть разница, какой вариант из этих двух мы будем считать правильным. Если речь идет о Духе Святом, если Он сопоставляет те правильные идеи, которые Он хочет донести, с правильными человеческими словами, то тогда это подразумевает написание под диктовку, не правда ли? Да, здесь не говорится, что речь идет о написании под диктовку.
того, что Дух Святой говорит или желает донести. И если это Дух Святой, который сопоставляет духовное с духовным, то хотя это и не доказывает написание под диктовку, это, несомненно, очень согласуется с идеей о том, что Писание было написано под диктовку. Но, с другой стороны, если речь идет о библейском авторе, кто сопоставляет духовные идеи с духовными словами, то вы понимаете, что это уводит нас совсем-совсем в другую сторону. И речь уже не идет о секретаре, который пишет под диктовку слова начальника. Обычно, когда начальник диктует слова, то он сажает секретаря рядом с собой и излагает свои идеи, говорит некие слова, а секретарь записывает их слово за словом. Конечно, бывают иногда исключения, когда начальник не обладает яркой способностью формулировать свои мысли, а секретарь, в отличие от него, обладает, и начальник просто делится секретарем основными идеями и просит секретаря сформулировать это все, а затем показать ему, чтобы он посмотрел, действительно ли это все соответствует той идее, которая у него есть. В редких случаях такое происходит, но в большинстве случаев секретарь, пишущий под диктовку, не сопоставляет идеи со словами. Поэтому если тот, кто сопоставляет духовное с духовным, это апостол, а не Дух Святой, то тогда это становится очень сильным аргументом, как мне представляется, против идеи о том, что Писание написано под диктовку. Что ж, вы можете сказать, ну все это понятно, но все-таки, как мы определим? Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Как мы можем узнать, о ком идет речь, о Духе Святом или о Павле и о других авторах Писания, кто же все-таки сопоставляет духовное с духовным? И если посмотреть на английский перевод, то я не могу понять, как это следует понимать. А вы? Я думаю, основываясь только лишь на английском переводе, мы не сможем сделать вывод, о ком здесь идет речь, о Духе Святом, сопоставляющем духовное с духовным, или о Павле. И вот один из тех случаев, когда очень помогает знание языка оригинала, на котором изначально был написан этот стих. И слово, которое переведено как «соображая», в других переводах «сопоставляя», это греческое слово «сун кранойте». И это слово — это производное глагола «сун крино». И смотря на окончание, можно сделать вывод, что перед нами причастие. А причастие имеют окончание, по которым можно судить о роде, мужской или женский, или средний род, а также о числе, единственное или множественное число. Итак, те из вас, которые знают греческий язык, я надеюсь, это все из вас, скажите мне, греческое слово, означающее «дух», какого рода? Это слово «нюма». Оно мужского, женского или среднего рода? Среднего, точно. Итак, нюма — это средний род. И вы можете думать, ну что ж, я не знал об этом, но какое это имеет значение? Что ж, это важно вот почему. Здесь мы видим глагольную основу, и мы ищем подлежащее для этого глагола. И каким бы ни было это подлежащее,
род и число этого подлежащего должно соответствовать окончанию этого причастия. Хорошо. Итак, какой же род и какое число подразумевает это причастие «sun krinoites»? Скажите мне, те из вас, кто знает греческий. Помните? Мужской род, мужское число. Абсолютно правильно. О-о. Павел допустил ошибку. Он пытался сказать, что Дух Святой сопоставляет духовные идеи с духовными словами. И не обратил внимания на тот факт, что слово «пнюма» — среднего рода. А он думал о Духе Святом как о личности. И он пишет это причастие с окончанием, подразумевая мужской род. Нет. Совсем нет. Павел не допускает ошибки. Все здесь совершенно правильно. Но что же тогда, если род и число этого причастия не соответствует роду и числу вот этого слова «нюма», то тогда можно сказать, что речь не идет о Духе, как о том, кто сопоставляет. Но все-таки остается вопрос, кто же тогда тот, кто сопоставляет духовное с духовным? Что ж, единственный оставшийся вариант на основании этого стиха — это те, кто говорят изученными словами. А кто же это? Что ж, мы отвечаем, это Павел и другие апостолы. Но постойте-ка. А в этом случае получится у нас мужской род и множественное число? Потому что причастие это подразумевает множественное число и мужской род. Конечно, получится. Но здесь должно быть имя существительное мужского рода множественного числа в 13 стихе. Разве не так? Чтобы оно соответствовало этому причастию. Но такого слова нет. Так где же находится это существительное? Что ж, это существительное сокрыто в основном глаголе этого предложения. «Лалумен», что означает «возвещаем». Так? «Лалео» означает «говорить». И вот эта конкретная форма, которую мы встречаем в нашем стихе в первом послании к Коринфянам, подразумевает мужской род, множественное число. Или правильнее будет сказать первое лицо, множественное число. Что ж, под множественным числом может подразумеваться как женщины, так и мужчины, но мы знаем, что в этом случае были именно мужчины. И первое лицо, множественное число вот этого глагола говорит о том, что подлежащее здесь должно быть «мы». Подходит ли это к нашему слову «прононтес»? Конечно. Но что же все это означает? Это означает, что именно апостолы были теми, кто сопоставлял те концепции, которые они узнавали от Духа Святого, со словами, которые использовались для выражения этих концепций. И, конечно, если добавить ко всему этому то, что мы узнали, разбирая 1 Петра, 1 главу, 21 стих, то мы понимаем, что Дух Святой не просто давал некое задание и оставлял людей одних в попытке выразить все это словами. Нет, на протяжении всего процесса они были движимы Духом Святым. Поэтому Дух Святой участвовал в этом процессе сопоставления, но именно библейские авторы были теми, кто это делал. И класс — это совсем не похоже на написание под диктовку. Если вы пишете под диктовку, то именно тот, кто диктует, тот сопоставляет идеи со словами.
А здесь говорится о том, что это делали библейские авторы. Именно они сопоставляли идеи со словами, чтобы донести то, что хотел Дух Святой. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.